Всегда в наличии есть шапки для кручения на голове, которые вы можете заказать либо в группе ВКонтакте, либо отправив личное сообщение мне на страницу ВКонтакте. Ссылки будут в описании под видео. Держи, 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 держи. Хорош. Зажимай, держи, держи. О, нормально. Голову откидываешь назад. Голову не откидывай. Саша, шире заход. Правую дальше. Оп, оп, вот. Не надо задержаться на левой, постараться. Держи, держи, держи. Вот. А попробуй то же самое сделать. Начать крутить и вкрутить. Ногами. Медленно. Оп, и вкручу. Голову убираешь. Прям вот так отклоняешь ее. Прижимай к руке. Прижимай. И во-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 во. Нормально. Давай, 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 давай. Вот, 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 вот. Результатик. Нормально. Вот. Блин, это, конечно, все прикольно. Прикольно. Но ты так очень много не вкрутишь. Она очень много, понял? Мне надо что-то 10 вкрутить. Как-нибудь за головой следи, чтобы прогиба не было. Нет, не прижимай голову, так не прижимай. Смотри на руку, смотри, но сильно затылок не откидывай. Ты давишь еще рукой левой? Давай, нормально. Резко не делай. Главнее. Да, выжимай. Да-да-да, вот так тренируй. Пока у тебя начало получаться нормально. Давай-давай-давай-давай. О. Чё говоришь? Не понял, на руке на левой? Ну, ноги к себе. Это нормально, наоборот. Это наоборот хорошо, когда у тебя на 90 ноги к себе. Ты не падаешь. На видео увидишь потом. Ты вкручиваешь ровно столько, насколько у тебя хватает инерции, а потом, понятно, ты останавливаешься и падаешь. Но это не из-за того, что у тебя ноги складываются. Вот тут надо не бояться, Саш, тут надо учиться дрилы вкручивать. Вот, вот, вот. Смелее будь, голубь, вот, нормально, вот так вот потренируй. Давай, 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 давай. Нормально, нормально. Царь Вова, мистер 99. Пол оборота. Во, тоже повкручивай дрилы, если сил нет. Не, спину гнешь очень жестко, конечно. Плавнее заходи, ты как-то сейчас стал дергаться на заходе. Вот. Нормально. Главное плавнее делать. Вот тоже ничего была попытка. Ногой чуть меня не сломал. Хотел меня отомстить за что-то. Давай, давай, давай. Блин, вот смотри, момент, когда тебя начинает переваливать через затылок, соберись и не бойся, и прижимайся сильнее. Пусть тебя лучше прокрутит в угол, но ты сделаешь лишний оборот. Не бойся. Вот здесь надо было зажиматься. Ты как бы начал лететь в падение, а тебе не надо лететь в падение, тебе нужно сжаться. То есть вот руку в голове, голову к руке. До конца. Ну, вот надо было сверливать, понял? Вот не чувствуешь этого ощущения? Нет, ноги отпустил. Начал выкручивать и ноги отпустил. Что, не понял? Ну, я вот тебе говорю, ты что, не понял?
жесткий. Вкручиваем. Ого. Сейчас еще твисты научимся параллельно. Вот такие. Давай, вкручивай. Не, сейчас зайди плавнее. Плавненько прям вообще и вкрути нормально. Плавненько и вкрути нормально. Давай, 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 давай. Вот так тренируем. Все. Знаете, пошел. Так, чего боишься-то? Не бойся. Пока силы есть, ты должен наоборот прям прокачивать. Давай. А зачем ты ноги подгибаешь? Не подгибай. Давай. Ладно, отдыхать. Саша, давай флай 90. А потом флай твист. А потом флай твист по одной и в черт. Нормально. Вот уже флай 90 прям. Давай, да. Во-во-во-во-во-во-во-во. Вот это уже нормально. Нормально, нормально, давай. Еще 7 раз осталось. Давай, 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 давай. Не считается. Вышел, но не вкрутил. Вова, флай твист. Вот, вот. Нормально, давай. Не-не-не. Вова, заход на флай неправильный. Руки узко ставишь. Пошел. Оп. Бодрее. Оп. Не, сейчас перекрутил. А, отдыхай. Саш, давай. 7 оставшихся раз. Давай, давай, давай. Не-не, Вова, руки неправильно вообще ставишь. Что такое-то? Ты должен чувствовать правильно постановку рук всегда. Вот. И чтобы у нее вылезать, ты должен круто вымахивать на флая. Прям мощно. Вымах. Вот. И отсюда бам, пошел. С печеги-то не тренируешь, да? Ну вот, сразу видно. Они бы тебе помогли. Да. Ну, блин, сложно, конечно. Ты должен понять, что тебе надо левой подковырнуть. То есть ты вымахиваешь прям мощный флай и левой, да, подковырнуть. Именно не согнутый, потому что если ты согнутый сработаешь, там не получится. Там прямой. Попробуй. Мощный флай, блин. Бэм. Вот. Почти. Ярик, Вадик, а теперь вы отжимаетесь сотку. Андрей, посчитай, будь другом. Во, нормально. Нормально, нормально, нормально. Я так же делал в детстве. Во-во-во-во. Нормально. Все, давай флай-твист. Флай-твист. Допиновой ногой, ну, вот, вот. Скорость маленькая, набери скорость. Давай, сразу, пошел. Мощно вылезаешь на голову. Голову поджимай. Голову не поджимаешь, из-за этого остаешься на хедспине. Thank you.
Сделай на меня лицом, вот сюда делай флай. Давай. На, вылезать повыше, на правую. Как будто ты флай останавливаешь просто. Надо так сделать. Как будто ты флай останавливаешь на правой руке, выжимая. Ну, типа, спичак на правой руке. А потом ставишь левую, читаешь заклинание и летишь по волшебству. Во-во-во-во-во. Вот ты сейчас на правой руке вообще нормально сделал. Ну, не прям вообще нормально, но ближе к делу было. Давай. Ну вот это тренируешь, короче, понял? Тебе надо на правой научиться выжимать. Во, давай. Во, ноги расслабляешь. Из-за того, что ноги расслабляешь, сгибаешь их, и у тебя неправильная траектория начинается. Делай ближе ко мне, а то у тебя не видно нифига. Не, ну так-то, с одной стороны, прикольно, что ты вылезаешь с гелика вот в такую бочку и крутишься в нем. Допинывай ногой, не допинываешь. Во, пробуй допнуть. Прям с первого оборота сразу допинывай, чтобы ускориться. Допинывай ногой, вот. Нормально. Что, каши сегодня мало ел? Давай. О, понятно. Отдыхай. Давай повармо в связку. Зрители просят. Давай, давай, давай. Оп. Молодец. Через нос, что ли? Вот. Я также в детстве нос сломал. Ой, блин. Почти сломал или почти сделал? Да, так и бывает. Визуализировать. Когда ты визуализируешь в голове, как ты прыгаешь, твист, тебе легче прыгать твист, на самом деле. Ну, вообще с любым элементом. Только я до сих пор не могу в голове представить, как прыгать твист. Кстати, я и флай не могу представить в голове. Или могу, не знаю. Че сидим-то? Кстати, сейчас нормально сделал. Но я краем глаза увидел, по крайней мере, как-то скрутил. Лучше, чем было. Гораздо. Сделай еще раз. Блин, ну сейчас визуально получше, но все равно неправильно. Но визуально получше. Нету складки вообще никакой. Во, ногами помоги. Ногами толчок. Толчок. Вот. Хорош. Я тут снял, интересно. Снял, снял. Ногами. Нет, сейчас высоко было. Вообще торопишься, конечно, очень серьезно. Тебе надо научиться именно толкаться с руки, типа. Прям толкаться. Прыгать прям, вот с руки прям прыгать.
А ты ставишь руку, и она у тебя просто такая. Ну, вообще, да. Да без разницы. Есть такой бибой Куджа. Он там в свое время делал, короче, твисты, толкаясь с двух рук с фронтального положения, без разворота. Просто фигачил мощно. И его перебрасывало, и он снова, и вот так вот несколько оборотов. Понял? Так что по факту главное — это сила толчка, реально. Там, блин, видишь, как бы... Ого, что придумал мистер Звезда. Короче, там другая система. Там ты когда на руке просто прыгаешь, хэндхопы вот эти вот, ты помогаешь твисту. Но нужен толчок именно вот на разворот плеча, вот такой вот. Его надо тренировать прямо с твиста. То есть ты просто на каждой попытке твиста должен очень мощно толкаться левой рукой. Каждый раз. Да, да. И воспринимать как бы вот там попытки твиста как закачку плеча. Чтобы ты после твиста чувствовал плечо левое. Чтобы оно у тебя прям устало. Понял? Вот, кстати, вот ты сейчас толкнулся посильнее, более-менее в руку прилетело. Давай, может, это поможет тебе. Сильно. Еще сильнее. Нет, сейчас не толкнулся. Надо прям встать на руку и прям толкнуться. Ребята, пользуясь случаем, хочу пригласить вас к себе на чемпионат, который будет 29 ноября в городе Вологда. Если вы меня сейчас смотрите и вы являетесь учениками, скажите своим тренерам, чтобы они связались со мной, и я дал им более подробную информацию по поводу чемпионата. А так, это будет отборочный на всероссийский чемпионат «Елка», который пройдет 19 декабря в городе Кострома. Категории будут по возрастам до 9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет и профи. Ну и за первое место призы, соответственно, там от спонсоров какие-то денежные и возможность участвовать без отбора на хип-хоп елке. Ну, соответственно, по брейкингу и по хип-хопу номинации. Еще на чемпионате будут контесты по гелику на количество, по кручению на голове на количество и октагон. Все, всех жду. Приезжайте, не стесняйтесь. Если нужна информация, пишите ВКонтакте.